В эфире «День спорта». Добрый вечер. Вышли в плюс. Ислач в первом матче второго круга чемпионата Беларуси по футболу обыгрывает «Торпедо» 2-1. И теперь у команды Виталия Жуковского, входившей в сезон с минус 7, 3 очка. Поединок стал первым для вернувшегося в «Торпедо» Олега Кубарева. До этого тренер возглавлял солигорский «Шахтер». За то время, что мы были, естественно, я не смог все донести. Даже если бы я все бы футболистам объяснил, рассказал, что я хочу на поле, но, наверное, на это надо терпение, немного времени, чтобы мы играли сбалансированно. Баланса у нас пока нет. Не будем скрывать, и проблемы с финансированием, потому что все меняется и так далее. И была очень нервная неделя, даже пару человек не успели заявить из-за этого, да. Но рад, что ребята все-таки как бы абстрагировались этих моментов неприятных, да, и вышли все-таки такие заряженные, амбициозные.